Объемы экспорта переработанной казахстанской говядины выросли в 2 раза, а баранины в 7 раз. Таких показателей не наблюдалось за последние 10 лет. Об этом также рассказал министр сельского хозяйства. Сейчас в Казахстане действуют ограничения на вывоз живого крупного рогатого скота, а также овец и коз. По словам главы ведомства, меры ввели для того, чтобы увеличить мясное производство. По итогам прошлого года мы экспортировали 28 тысяч тонн мяса, но сейчас ввели запрет на вывоз живого скота за пределы страны. Мы должны увеличить объемы собственного производства. Для стимула планируем предусмотреть для производителей квоты.